of divination. They are not physical snakes and scorpions. They are agents from that, the United States of America. This is WRMI, Okeechobee, Florida. Radio Miami International. You can find out more about WRMI at our website, WRMI.net. That's WRMI.net. Visit our website. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Свобода. События минувшего дня. США ввели очередной раунд санкций против России, дополнив список рядом фамилий крупных российских бизнесменов и несколькими компаниями, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат ММК, ряд аффилированных с ним структур и фонд Сколково. Как отмечают в Министерстве финансов США, ограничения вводятся против членов российской элиты и компаний экономического сектора, приносящих существенный доход российскому режиму. В перечне физических лиц глава ММК Виктор Рашников, бывший гендиректор ФосАгро, миллиардер Андрей Гурь. Нужен в сообщении Минфина близким соратникам президента России Владимира Путина Андрей Мельниченко из Еврохима, экс-председатель Совета директоров трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. В санкционном списке также оказалась бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую американский Минфин характеризует как имеющую близкие отношения с Владимиром Путиным. Канада во вторник расширила санкции против членов военного руководства России, оборонных предприятий в связи с войной в Украине. В так называемый черный список внесены еще 43 человека и 17 юридических лиц, в том числе с учетом ужасающих событий в киевском пригороде Буча, говорится в сообщении на сайте канадского правительства. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил консультации с США перед атаками с помощью систем «Хаймарс». В Минобороны и МИД России это сочли доказательством того, что США напрямую вовлечены в конфликт. Говоря о ракетных ударах систем «Хаймарс», Скибицкий сообщил, что Вашингтон может остановить любые потенциальные атаки, если Штаты не устроят выбранную цель. При этом он подчеркнул, что США не занимаются целеполаганием для поставленных систем оружия, чтобы не стать непосредственным участником конфликта. Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт в Украине, заявил представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Он отметил, что ведомство зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание Вадима Скибицкого. Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, еще рядом членов Конгресса, на борту приземлился в аэропорту Тайбэя, столице Тайваня, вопреки предупреждению о серьезных последствиях такого визита со стороны руководства Китая. Китайский МИД заявлял, что приезд Пелоси Пекин расценит как подрыв своего суверенитета. Она стала первым американским политиком столь высокого ранга, прибывшим на Тайвань за последнюю четверть века. За день до перелета американской делегации начались китайские военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. Власти КНР считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение с ней воссоединиться. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран-членов ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров и продолжают поддерживать неофициальные контакты. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии общего режима основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Его признали виновным в вымогательстве, оскорблении представителя власти, а также в 2 эпизодах, связанных с изготовлением порнографии. Ранее прокурор требовал приговорить основателя проекта «Омбудсмен полиции» к 6 годам колонии, лишить его звания майора полиции в отставке и запретить ему в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов. В СИЗО Воронцов находится с 8 мая 2020 года. Бывший сотрудник МВД вину ни по одному из пунктов обвинения не признал. Он настаивает, что его уголовное преследование – это месть за правозащитную деятельность. Верховный суд России признал украинский полк АЗОВ террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории. Решение было вынесено во вторник по просьбе Генпрокуратуры. Суд огласил только результативную часть решения. Его мотивы остаются неизвестными. Полк АЗОВ был создан в 2014 году как добровольческое формирование. У истоков стояли активисты крайне правых взглядов.
Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 108 миллиардов долларов, говорится в исследовании Киевской школы экономики. На восстановление потребуется по меньшей мере 185 миллиардов. Наибольшая доля в общем объеме ущерба, согласно данным исследования, это поврежденное или разрушенное жилье, примерно 130 тысяч жилых зданий. Бывший управляющий директор Яндекса Тигран Худовердян подал в Европейский суд в Люксембурге иск об отмене санкций против него. Они были введены после вторжения России в Украину. Согласно материалам ЕС, он был наказан за информационную политику сервиса Яндекс Новости и за помощь в распространении российской пропаганды через поисковик. С новостями вторника, 2 августа, вас познакомила Светлана Обратнова, Радио Свобода.